Всех приветствую на моем канале, с вами Алайн, и сегодня мы играем в PUBG Drive. Да, друзья, я уже дома, и мы уже снимаем пимку. Скоро, наверное, выйдет серия по КРМПшке. Ой-ой-ой, аккуратно. А мы, друзья, пока не будем снимать ее. Погодите-ка. Вот идеально, вообще идеально. Так, и вот так я буду теперь снимать. Вот с таким вот звуком. Раньше у меня был похуже звук. Ой, то есть получше, потому что это был микрофон Мяты. У Мяты микрофон получше. Но я, скорее всего, скоро тоже себе куплю нормальный микрофончик. И, короче, сегодня у нас карта Deadfall. Или Deadfall. И скоро наверняка будут, собственно... Вы знаете, что у нас будет скоро? У нас завтра, наверное, выйдет... Тест-драйв выйдет. А сейчас я возьму какой-нибудь автомобильчик, который давно у нас не был. Макларен недавно был. G500 не очень хочу. Так, Lexus нет. Волгарь. 24-й Волгарь. Такой же у меня на Гаминиксе. Да? О, да, прям черный. Только у меня чуть-чуть другой. У меня вот этих вот зеркал нету заднего вида. Вот тут вот Волга не написано. У меня еще диски чуть-чуть другие. Ну ладно. Мы сегодня будем обозревать эту карту. Давайте вот аккуратно заедем. Смотрите, как мы на дно сели. Вообще идеально. Давайте тогда. Опа. Аккуратно. Итак. Ой-ой-ой, вот это, блин. Вот это эпик. С салона это все мы. Что с этой игрой не так? Уже второй раз мы сначала на дно, потом вот так вот. Ладно. Модель не очень качественная, так что я возьму другую. Я думаю взять... Что возьмем-то? Давайте возьмем Мирамар, может, возьмем. Или Галант. Давайте Галант. Мы только один раз его брали с того момента, как я его скачал. 2.0 там был, но я взял 1.8 случайно. Я даже не смотрел на другую. Потом, когда взял при загрузке, я уже успел посмотреть. Это Чайзер. Ой, какой Чайзер? Блин, что я говорю? Салон оставляет желать лучшего. Салон вообще ни о чем. Звук мотора. Звучок не очень. Звучок не очень. Давайте вон туда вон пойдем. Я хочу вон там. А что тут? О, тут ступеньки. Обязательно по ступенькам тоже спустимся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот тут вот надо аккуратно. Прям самый аккуратный человек в мире. А, кстати, пишите, пожалуйста, кто там первый поставил лайк и кто там второй. Какой вы поставили лайк. Например, если... Ну, первый лайк я сам себе поставлю, так как это возможно. Если один лайк уже есть, и это не ваш, то, знаете, это мой лайк. И если вы поставили лайк и там второй... Вы пишите мне первый лайк. Я поставил первый лайк, потому что это прикольно.
Аккуратно. Ой-ой-ой, чё с у нас с колесиком? Нет, пожалуйста, есть. Изи, вообще пролетели. Сейчас, если бы был мята, он бы сказал, сасамба, брат, сасамба. О, чуть не выпрямили все, да? Да, все, это конец. Помыли, блин, машинку. Давайте другую машинку возьмем. Я мастер вообще обозревать карты. Лучше меня обзор на карты никто не делает. Это, конечно же, был сарказм. Вольво, нет, Вольво там баганый. Знаете, давайте другую Волгу возьмем. Вот тут у меня есть другая волгашка. Она, кстати, с ускорением, по-моему, на Т или на Е. О, на Е. На У, русскую. Так, смотрите, вы так резко назад едете, едете. Ну, едь, давай, переключайся, смотрите. Опа, и все, вперед полетели. Так, аккуратно с ней надо быть. Она может влететь вот так. А, и она может еще вот так. Блин, блин, блинский. Так, аккуратно. Снижаем скорость. Че вот тут вот за спуски? Вот тут вот прикольные спуски. А, кстати, следующая серия, скорее всего, будет с Артемом. Давайте вот сначала на этот спуск аккуратно, чтобы мы дном сели. Вот изи. Теперь аккуратнее не бывает. Оттягиваем. Так, все, да? Да, магии еще не было. Ой-ой-ой, а тут нам кабздец. А мы не выживем же после этого. А, BMG это такая штука, чтобы, короче, повреждения были. Ну там уже неинтересно было. Только я так могу. Ой, мое ведро. Просто, кто не знает мое ведро, у меня, короче, под столом всегда ведро. Ну, не такое, короче, прям мусорное ведро, а такое железное, ну, не чтоб там цемент в нем таскать, а такое, чтобы для бумаги там, типа такого. И я, короче, на него ноги ставлю, и мне так удобненько бывает. И он у меня частенько в серии шумит, я там иногда бываю, убираю с него ногу, и иногда, когда хочу поставить, пинаю его. Короче, хочу сейчас, скорее всего, я скачаю в следующий раз, следующую серию, которая наверняка выйдет или завтра, или сегодня, я точно не знаю, будет уже с новыми тачками, с очень много новых тачек я скачаю, потому что эти тачки меня уже подзадолбали. Я еще хотел вам такую типа нарезку сделать. Блин, куда я поехал? Так, аккуратно назад. Она реально дрифтит, реально. Ай-яй-яй-яй-яй, аккуратно. Какие диски прикольные. Мне диски понравились. Блин. А там ничего не было. Ладно, давайте куда-нибудь в другое место поедем. Уже 9 минут снимаем. 9 минут 23 секунды, 24. Ладно, так, вот сюда вот давайте упадем. А мы... Мы зря упали. Ну да, зря. Один маленький камушек, смотрите, что с машиной. Смотрите, что с ней стало. Ну это я стоп сделал. Смотрите, как она выглядит. Она в очень плачевном состоянии, друзья. Так,
Ну, давайте дальше полетим, посмотрим, что с ней станет. Если вам слишком громко слышно игру, я, скорее всего, этот видос не выложу. А если вам вообще его не слышно, я его выложу. Ну, должно хоть чуть-чуть слышно быть. Так, давайте дальше лучше поедем. Я вам больше хочу, знаете, куда? Вы сейчас этого не видели. Так, аккуратно. Опа! Так, еще один кадрик нужен. Да, я не умею водить, да. Ой, блин, извините. Я тут жвачку жую. Что-то сломали. Еще раз что-то. А мне кажется, что ему чуть-чуть грустно, нет? У него колеса постоянно в другие стороны смотрят. Что за фигня? А мы можем ехать? Блин, она даже не едет. Давайте его вот так вот оттянем. Чисто шлифует, друзья. Давайте ее вот так. И поехали. На ступенечки. Что-то дрифт, не дрифт. А, и на тест-драйвах, я хочу вот на этот автомобиль тест-драйв сделать. Надо посмотреть мой видос по тест-драйвам. Давайте вот тут вот, вот отсюда будем начинать. Хотя нет, давайте назад. Вот отсюда будем начинать. Опа. Аккуратность, мое второе имя, конечно. Я почти не разбила. Кстати, она должна ехать там. Ну, должна. Ну. Кстати, может быть, даже кто-то выжил. Ну, салон... А, тут только один вообще человечек. Ну, у водителя много шансов выжить. Но если по жизни считать, скорее всего, он рипнулся тут. А как вот сюда вот попасть, например? Или вон туда? А, вон туда мы попадали. Ладно, давайте аккуратно. Ой-ой-ой, это что за сейчас лаг был? А, блин, надо со скайпа выйти, наверное. Давайте я приостановлю. Друзья, я вышел со скайпа, короче. Я просто, когда компик включаю, у меня сразу в скайп заходит и все. Вот, теперь не лагает. Аккуратно. Давайте вот в эту трубу. Походу, трубы все одинаковые. Да? Да. Или я в этой трубе уже был? Давайте тогда вот сюда вот. Как-нибудь. Это чисто прямая вниз, да, там? О, там снизу какие-то палочки. Или что это? А, это деревья. Ладно. Скорее всего, сегодня будет еще нарезочка какая-нибудь. Скорее всего, где я стреляю там.
Ну, вы же знаете мои нарезки хреновые. Но почему-то вы их очень сильно любите, вам они нравятся. Ой, я понял, куда надо. Прикольное место. Аккуратно. Ой-ой-ой. Так, отсюда, да, это все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ни хрена себе. Так. Давайте уже машинку поменяем. Мы уже долго на ней простояли. У меня, кстати, есть еще обычная четверка. Давайте, знаете что? Где-то у меня тут была. Вот это точило. Смотрите, вот она. Это просто охренительная тачка. Еще и раллийная. Аккуратно. Но салон оставляет желать лучшего, как я уже говорил. Так, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ра-ра-ра-та-та-та-но. Так. Ну, аккуратнее, меня нет людей. Ну, собственно, как я и говорил, аккуратнее, меня нет людей. Ладно. И что дальше? Ну, пока таких серьезных повреждений нету, только бампера и багажник чуть-чуть, да? Нет, не колесо отлетело. Теперь сейчас будет мясо. Я уверен, сейчас будет мясо. А машина как бы есть, но ее как бы нет. Нет, машины нет. Смотрите, показать фокус. Кстати, она должна ехать после этого, да. Смотрите. Она едет. Ну, ладно, это ускорение, это у него такой фокус. Смотрите, я вот так тоже могу сразу же полететь. Давайте задом, может, попробуем. Давайте вообще куда-нибудь вот так вот. А что тут сзади? Тут тоже спуск? О, вообще прикольный спуск. Блин, ладно. Аккуратно. Ой-ой-ой, это же трындец полный. Ну, мы сложились через крышу. Разочек прошлись. Но машины нету. Это просто консервная банка какая-то, а не машина. Причем, да, тут причем есть каркас безопасности, но он как бы не сработал. Сам он тоже погнулся, вроде. Но он для него, ну не знаю, нормально.
Так все, друзья, я думаю, на этом стоит закончить нашу серию по Бульманджи Драйву. Давненько его не было, так что лепите лосик. И еще, если набирается 3 лайка на видео, например, я стараюсь выпускать хотя бы по одному видосу в день. Если набирается 3 лайка в день на видео, ну, за час, за два, я выкладываю новый видос. Точнее, начинаю его снимать. А потом рендерить. И в тот же день должна выйти новая серия. Кстати, мои лайки не считаются. Например, если я поставил лайк, надо еще 3 лайка, чтобы как минимум 4 лайка было. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Теперь он у нас общий с Мятой. Мята тоже уехал. Всем удачи и всем пока, друзья.